Здравствуйте. Здравствуйте. А что это вы тут делаете? Как что, землю копаем. Землю копаете? А что копаете? Камни добываем. Камни добываете? А зачем? Ну ведь когда-то в древности их кто-то сюда закопал, а наша работа их выкопать. Археологию часто определяют как вспомогательную историческую дисциплину. Слово «вспомогательное» при этом вызывает определенные сомнения. Археология, безусловно, историческая дисциплина, но скорее самостоятельная, поскольку имеет собственный инструментарий и решает определенный круг задач. Прежде всего, это изучение материальной культуры различных племен и народов от палеолита и до новейших времен. То, что не отразили письменные источники, отражают предметы материальной культуры. И некоторые события мировой истории известны нам только по археологическим памятникам. Безусловно, есть романтика. Безусловно, есть и посиделки у костров, есть экспедиционные песни, замечательное общение, байки, анекдоты и чувство такой вот какой-то сплоченности внутри экспедиции. Но это все относится, так сказать, к часам досуга. Ну, что такое археология, собственно, все знают. Это состоит из двух слов, да. Это слово учение о древностях. Действительно, это наука, которая изучает историю человека, имея в распоряжении предметы материальной культуры. Но на самом деле, например, я считаю, находясь в этой науке уже почти 40 лет, я считаю, что это наука о жизни. То есть археология – это наука о жизни. То есть мы имеем дело со следами деятельности человека. Не только в течение последних 100 лет, а последних тысячелетий. Соответственно, мы на основании тех предметов материальной культуры восстанавливаем эту жизнь. И иногда кажется даже, что мы ее восстанавливаем более верно, чем на основании письменных источников. Потому что вещь – это вещь. Она зачастую скажет больше, чем… Может, я преувеличиваю, конечно, больше, чем написал человек, потому что человек является субъектом. То есть он не всегда объективен. Благодаря развитию массовой культуры в общественном сознании образ археолога связан с разнообразными клише. На самом деле археолог редко выглядит так. Или так. И даже не так. Археолог – это человек, который занимается историческими раскопками. Археолог – это тот, кто ищет клады и кости динозавров. Когда ты ищешь находки, то это занимает очень много времени. Мне кажется, что это очень интересно. Археолог – это ученый, который изучает древние раскопки, древние памятники, истории, раскапывает их и изучает. Людям доносит всю правду. А мы же узнаем свою историю, откуда мы взялись, что было раньше, какие наши корни. Находят всякие древние вещи, которые были до нашей эры, в нашей эре. Я думаю, археолог – это человек, который очень любит свою профессию, предан своей профессии, потому что работа археолога, она подразумевает нахождение в таких условиях, да, работы, которые отлично, так скажем, от других, да, нормальных условий работы. Поэтому только любя свою профессию, только относясь к ней всей душой и быть археологом, сейчас это очень тяжело, поэтому только этих людей только можно поздравить. Это, наверное, в честь уже предстоящего нашего праздника Днем археолога. Поэтому только здоровья, удачи этим людям и дай Бог, чтобы работали как можно дольше наши организации. Он находит биологические остатки. У меня просто не хватит терпения, я бы стала. Археолог – это тот человек, который занимается раскопками, раскапывает всякие артефакты и потом восстанавливает их, реставрирует. У нас много еще необследованных мест, которые нужно для людского внимания вытащить на свет. Археологи – это профессиональные люди, которые занимаются археологическими раскопками, историческими находками.
то есть помогают людям нашего времени прикоснуться или увидеть то, что было когда-то давно. Профессия актуальна, потому что любой человек должен знать свое прошлое, прошлое того места, где он живет, где находится. И это, в принципе, просто интересно для каких-то любознательных людей, для тех, кому, ну, кто не безразличен к истории. Археологи там делают всякие раскопки, копают и находят что-то. Вот. Они, например, ищут вначале где-то древние места, а потом проверяют, есть ли там что-то древнее такое. Или они, например, могут найти древнюю вазу какую-нибудь, которую древние люди слепили из глины, например. Ведь они раньше тоже сами придумали, другие древние люди, глину. Археологи – это те, кто находит древние вещи, там, по-моему, и кости динозавров, да? Археолог – это в первую очередь ученый. Серьезный исследователь, академик, бородатый профессор. Но в то же время это и прекрасные девушки, и зеленые студенты, и степенные дамы, и даже дети. И хотя наша работа мало похожа на приключенческий фильм, большинство исследователей, связав однажды свою судьбу с этой профессией, остаются верны ей на протяжении всей жизни. Сразу развенчаем еще один распространенный миф. Копать землю и извлекать из нее интересные находки – это только первый этап работы исследователя. Главная задача археологического изучения любого памятника, будь то городские кварталы, сельские усадьбы, некрополи или производственные мастерские – получение исчерпывающей информации о нем. А это означает скрупулезную фиксацию и четкое соблюдение методики. Но наша задача – тщательно зафиксировать местоположение этих вещей, каждый слой, их залегание, потому что, вынув их уже из земли, мы не вернем обратно. Соответственно, вот вам и процесс разрушения. Главная наша задача – это тщательная фиксация всего процесса. Соответственно, мы используем различные виды техники. То есть у нас как геодезическое оборудование, в общем, на современном уровне. Используем квадрокоптеры, формируем ортофотопланы, фотограмметрию. Тщательная фотофиксация всего найденного. Потом дальше пойдет процесс работы в камеральных условиях. Предметы будут реставрироваться, склеиваться. Зарисовка, фотографирование и дальнейшее формирование отчета. Так как же выглядят будни археолога и из каких этапов состоит его работа? Начинается все, конечно, собственно, полевых исследований. В основном труд археолога довольно тяжел. Приходится часто трудиться и под изнурительным зноем, и иногда и под белыми мухами. Моя шляпа, ваша шляпа. Археологи в процессе раскопок руководствуются строго установленной методикой. Культурные или некультурные напластования снимают небольшими слоями. Все промежуточные этапы работ обязательно фотографируют. Все, даже мельчайшие находки, тщательно выбирают и упаковывают, приложив паспорт. Затем наступает время составления полевых чертежей. Зачертить нужно абсолютно все, от строительных остатков до стратиграфии или даже любых неровностей скалы. Причем чаще всего чертить приходится в масштабе, что, как вы понимаете, не облегчает задачу чертежника. Да, и не забыть с помощью специального оборудования снять нивелировочные высотные отметки. Что такое археология в нашей жизни? Ну, в нашей жизни нашего коллектива это, конечно, такая удивительная работа, я бы сказала. То есть, с одной стороны, где-то льстит, что нас воспринимают как Индиану Джонс. То есть, это, я сказала бы, археология – это как бы одна из таких романтических и таинственных наук, вида деятельности. Но, с другой стороны, когда ты находишься по 2-3 месяца под солнцем, там плюс 35, а вот я начинала с раскопок в Сибири, а там бывало и под минус, и стряхивали снег с палаток, то становится обидно, что тебя вот воспринимают таким в белом костюме, да, на самом деле бывает очень тяжело. Но это даже не только тяжело физически, а вот, например, потом идет обработка материала. Это бывает очень не только тяжело, но и скучно, нудно.
То есть это профессия, с одной стороны, как бы и романтическая, а с другой стороны, требующая большой усидчивости и большого труда. А что же с находками, спросите вы? Работа с ними – еще один важнейший этап. Именно найденные в процессе археологических работ вещи и дают нам возможность понять, к какому времени относится тот или иной памятник. Без энтузиазма здесь делать нечего просто. Не то, что там люди ломаются, а просто людям неинтересно становится. И человек приходит действительно, представляет, что он будет там чашу Грааля найдет, да, и, там, не знаю, смысл вечности постигнет. На самом деле ты садишься вот за такие вот, вот видите, черепки, да, и их нужно нудно склеивать, нужно еще более нудно описывать. И, естественно, несколько месяцев работы, и ребята молодые просто уходят. Повторяю, в этой профессии остаются действительно одержимые и очень увлеченные люди. Итак, все находки тщательно моют и высушивают. Особенно эксклюзивные. Обычно это изделия из металла, например, монеты, отправляются прямиком в заботливые руки реставраторов. Затем артефакты, а в основном это фрагменты керамических сосудов, сортируют по типам, составу глины, времени бытования и вносят в полевую опись. Теперь у каждого предмета есть полевой шифр или номер. Именно с этими шифрами впоследствии будут работать чертежники и фотографы. Ведь все профильные части, то, что дает представление о форме сосуда, обязательно зарисовывают и фотографируют. Все это нужно для составления специальных таблиц, которые потом войдут в обязательный отчет об археологических исследованиях. Антропологический и фаунистический материал, если он есть, передают для изучения соответствующим специалистам. Междисциплинарные исследования с использованием методов естественных и точных наук начинают играть все возрастающую роль в археологии. В итоге археолог должен составить и сдать довольно увесистый том – отчет об археологических исследованиях, в который входят все результаты раскопок. Это делается для того, чтобы последующие поколения исследователей, просто изучив его, могли представить, как выглядел и что представлял собой памятник. Ну, уже после отчета наступит этап опубликования результатов, потому что для чего, собственно, все эти работы, если они не будут опубликованы и в науку не попадет материал в научный оборот. В этом и состоит работа археологов, в том, чтобы выяснить, как жили люди столетия, даже тысячелетия назад. И мы, как и другие археологи, пытаемся соединить воедино различные нити доказательств, свидетельств, прежде всего материальных, конечно, археологических, для того, чтобы понять и восстановить картину жизни людей в прошлом. А картина эта, как вы понимаете, связана с разрушительным воздействием времени. Но в то же время честно признаемся, что археология – одна из немногих профессий, в которых удается совместить возможность работать и заниматься любимым делом. И потому археологи обычно веселые, креативные люди, которые всем сердцем любят свою работу. Профессия археолога – это, видимо, давняя детская мечта, превратившаяся в профессию. Вот. Образ жизни. Люди, которые остаются в этой профессии и работают, зачастую работают и по 40, и по 50 лет. И вообще я знаю людей, которые, собственно, на пенсию не выходят. Я вообще не знаю, что такое археолог-пенсионер. То это люди очень, очень любят свою профессию. Это, с этой профессией мало кто расстается.